что? Все, подгоняй, сейчас разгружай. Сейчас. Конечно, сразу. Так спять маленько поближе. Ты зачем так далеко таскать-то? Вплотную к двери, подкати. Тут немного. А, больше не надо? Ну ладно. Это вот нас снабжают. Сегодня приедет отец Павел Ермоленко из Камня на Оби. Для праздника там, чтобы раздавать людям Евангелие. Надо найти автора, кто издает, за чьи средства. Тут платят только за перевозку. Неужели патриарху попало мое послание, где я писал, что главное это Евангелие, прекратить строительство храма, все средства освободить, с долгами рассчитаться, где брали кредиты, и издать на Евангелие. И наполнить страну Евангелиями. Вот сегодня у нас 8 мая. Вот мы находимся в Барнауле. Это у нас Крестовоздвиженская община. Сегодня никто не знал, что батюшка приедет. А он приехал-то. Тут выставка опять православная. Он каждый раз что-то на выставку ходит. Что-то покупает или еще. Не пойму. Видите, как у нас вот калитка. Все закрыто. Не положено никого звать здесь. И мы это продержали с первого дня. Запрещено. И тут часовой еще ходит. Проверяет. И только проверенные, когда будут люди, тогда, вот я сейчас постараюсь заснять. Подошел к забору, через забор посмотрю. Вот Евангелие, четверо Евангелия. На них написано по благословению патриарха Библии. А тут все принесли. Барнаул. Видите, как тут? Вот эти Евангелия. Вот Библия. Пачка. Библия для детей. Не знаю, тут покупали или нет. Вот сколько здесь есть. Вот он приедет сейчас. Отец Павел. Путеводитель по Библии. Времена, сюжеты. Это не православные. А эти вот Библии. Видно, что это протестантские, конечно. Но синодального перевода. Надо проверить. Еще какие-то тут брошюрки. Вот сколько привезли. Ну и здесь что-то привезли. Какую-то деталь. Священник. Озлился архиерей. Запретил его служение. А он оказался теперь в другом месте. Ни за что. Совершенно ни за что. Так-то записывал тайно на магнитофон он. И он содрал с него ряску. Бывший тут Максим Дмитриев. Крест отобрал. И ничего не вернул. Каноны правила не действовали, книга правил мертвая была, подавать в суд нельзя, то есть совершенно бесправие священства. Ну вот, мы пришли. Это у нас, где мы бываем, здесь есть, а кто позвонит, окошечко посмотрел, то как надо.